Суббота, 3 часа дня. На улице Академика Харитона серьезные ДТП. Водитель машины ВАЗ-2109 не справился с управлением, не вписался в поворот и столкнулся со встречным автомобилем. «Девятку» вынесло на тротуар. Проходивший мимо пешеход не успел среагировать. От удара машины его подбросило на крышу автомобиля. Водитель, как раз виновник, получил телесные повреждения в виде сотрясения головного мозга и сочетанные травмы. Был госпитализирован в травматологию. И пешеход также получил телесное повреждение в виде сочетанной травмы. И также после осмотра врачом приемного покоя был госпитализирован в травматологию. Очередная авария случилась на перекрестке Курчатова-Арзамасская. Водитель такси не справился с управлением, вылетел на встречную полосу движения и врезался в пассажирскую маршрутку. В результате ДТП пострадали пассажиры и водитель такси. Водитель, Лада Гранта, получил телесное повреждение в виде закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясение головного мозга, растяжение связок шейного отдела позвоночника и ушибленные раны волосистой части головы. От госпитализации водитель отказался. Еще одно ДТП произошло на Южном шоссе. Возвращаясь с обеда, владелец автомобиля «Рено» не уступил дорогу «Тигуану», в результате чего оба водителя и пассажира оказались на больничной койке с сотрясением мозга и переломами. Всего за неделю в Сарове произошло 17 аварий, 3 из которых с пострадавшими. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик, служба новостей, Саров, 24.